25 бродячих собак перевезли из Красноармейска в Донецк. Их отловили работники предприятия «Животные в городе». Собак усыпили, забрали с улицы и отвезли в угольную столицу. Там их разместят в вольерах и стерилизуют. Эту программу оплачивает благотворительный фонд. За отлов деньги заплатило Красноармейское управление жилищно-коммунального хозяйства. До конца года в городе планируют отловить еще 100 бездомных животных. Не со всеми заявителями мы смогли связаться, потому что рабочий день, работа. Вот. Но эти все адреса мы отработали. Не могу сказать, что все на 100% успешно, потому что собаки – это, понятно, животные, которые передвигаются. Когда мы ее уже проводим на карантинную площадку к нам, значит, ее осматривают врачи. Они рассаживаются по вольерам. И в течение 14 дней за ней ведется наблюдение. То есть, если собака социально адекватна, ее стерилизуют. После стерилизации собака проходит полный курс прививок.